Чуба-дуба-дуба-пада-па-па. Ее, кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня будем с тобой рыбачить. Я дед, сижу в море. Дед, люблю есть. Короче говоря, мы находим рыб, едим рыб, и что-то происходит. Я не знаю, что это за игра, но я увидел там одну из картинок, и она странная, поэтому посмотрим. И заодно будем учить английский, идеально. Песочный трутень. Он флопирует довольно игриво в моих руках. Ну, давай съедим флопирующего. Я съедаю рыбу, и что-то происходит, короче, в результате. А вот он я. Видимо, он съел какую-то рыбу, которая убила его волосы. И все. Оп, что-то поймал, хорош. Вот, так что вот такая вот игра. Она маленькая, простенькая, интересная, неинтересная, пока не знаю. Напишите комментарии, кстати говоря, хотите ли вы больше всяких рандомных вещей. Красный срыватель. Ебало его, светит мне в солнце. Скотина. Ну, давай тоже съедим. Съел. Отлично. Пока что ничего не происходит, но я не знаю. То есть, я вместе с тобой в первый раз вижу эту игру. Я вместе с тобой ничего о ней не понимаю. Потому что, если думаешь, что я эту игру выбрал как-то осознанно, то нет. Червя я нашел. Рыба ушла, но червь все еще жив. Ну, вообще, нормальные люди выкидывают червя, если рыба ушла. Но я-то ненормальный, я-то ютубер. Съесть червя. Мужик, по-моему, становится радостнее и радостнее с этого факта. Он такой, вкусно, вкусно, мой любимый червь. Ну, таким макаром ты можешь просто пойти на грядку, поесть червей и радоваться жизни. Опять червь. Ну, едим червей. Прекрасно. Я пришел на работу, то есть на рыбалку. Потом я вернусь домой к жене. Жена спросит такая, муж, ну как, порыбачил? Много рыб нашел? Нет. А почему ты тогда не голодный? Я поел червей. Безголовая рыба. Ну, я человек простой, вижу рыбу, ем рыбу. Ну, голову я все равно отрезаю. Когда ты готовишь рыбу, ты-то рыбе все равно голову отрезаешь. Поэтому какая разница? Съели рыбу. Опять этот чувак, который очень злобно флопирует в моих руках. Ну, давай пофлопируем вместе, дружище. Иногда нужно пофлопировать вместе с рыбой. Приходишь такой в рыбный магазин и флопируешь вместе с рыбой. Отлично. Я не знаю, что значит флопировать. Наверное, что-то хорошее. Ну, типа становиться лучше, веселее и прекраснее. А почему облака? А, облака двигаются. Все нормально. А почему я вообще нахожусь где-то посередине моря? Ебать. Соль, вода. Солевод. Солеводная бас-гитара. Ну, типа, бас. Я чувствую, как тара внутри меня. Но, видимо, она съела стакан, и стакан вышел через глаза. Ну, давай съедим тоже. Не вижу ничего смешного. И не смешного тоже ничего не вижу. Ебать. Жирная херня. Она очень жирная. Я съедаю, короче говоря. Слушай, а может я должен отпустить рыбу, мне кажется. Может я по-хорошему рыбу должен отпустить, но потому что рыба-то живет, она в море, она живет, она житель мореводный. И если я постоянно... Я, кстати, постоянно боюсь, что сейчас этот дядька прыгнет на меня. Не знаю, это выглядит как какая-то хоррор-игра. Вот мне кажется, вот такая игра идеальный концепт для хоррора. Что? Кэтфиш? А есть кэтфиш? Это типа, короче, рыба-кот. Рыба-кот. Она... Лярва, ну как бы шваб, ну ублюдочная. Ублюдочная рыба, короче говоря, любит мясо. Отлично. А я думал, я стану котиком. Я думал, я стану сейчас каким-нибудь миленьким человека-котиком, и все будет хорошо. Но я пока как-то вот не становлюсь. В данный момент я не понимаю, к чему идет игра. Если честно, очень интересно. Ничего не понятно, но очень интересно. Прям так интересно обозраться просто. Тебе интересно? Тебе, наверное, не... Опять, да я... Ебать! Ты чё нахуй? Стоматолог спрашивает, покажите свои зубы. Да, опять безголовая. Слушай, а может быть мне надо наоборот не есть того, что хорошо, и нужно есть только всякое упоротое. Хотя нет, я съел червя. Я съел червя, это появились зубы. Наверное, нет, наверное, есть надо все. Хотя, может быть, и нет. Тут есть какая-то вообще, ну, наверное, есть какая-то загадка. Давай тогда разгадывать. Скорее всего, то, что его меняет, делает его сильнее. А значит, нужно есть то, что его меняет. То есть, все упоротое нужно съедать, все нормальное нужно выкидывать. То есть, если я найду сейчас, я не знаю, стакан пластиковый, то его нужно съесть. Если я увижу рыбу вкусную, то ее нужно выкинуть. О!
А, нет, ладно. Рыба потихонечку видоизменяется. Возможно, под водой находится какой-то волшебник, и он заколдовывает рыбу, чтобы я ее съел. А потому что иначе я не могу найти причин, почему у одной рыбы не было глаз, у другой рыбы была во рту какая-то кровь, у другой рыбы там что-то еще было, короче, а головы не было. А возможно, внизу там какая-то рыбная поварешная. Там рыбы готовят еду из рыб. Почему я не становлюсь жирным? Я столько съел! Почему я не становлюсь жирным? Почему я дрыщ? Почему я все еще дрыщ? Мне нужно на массу работать. Я хочу стать сильным и большим. Для этого нужно больше жрать. Ой. А мир меняется, слышь? Все становится темнее. Да, все как-то понемножечку становится темнее. То есть как бы игра все же к чему-то идет. То есть это не просто я сижу и ем рыбу, это я сижу и чего-то жду. Может чего-то хорошего, может чего-то плохого. Скорее всего плохого. Скорее всего в конце концов выйдет какая-нибудь здоровенная рыба-ахуеватор и такая: слышь ты, дядь, ты только что съел всю нашу рыбу. В нашем море больше не осталось рыбы. Ты ёбнутый, зачем тебе столько рыбы? Ты даже не любишь рыбу. А я скажу, я просто жадный. Я ем все, что вижу. Ну а что, это будет правда. Вот этот дед явно выглядит как жадный дед, который съедает все, что видит. Мне кажется, у него и семьи нет, потому что он ее съел. И дома нет, потому что он ее съел. Давай я выпущу хоть кого-нибудь, хоть вот чисто для разницы. Выпущу одну рыбу. Теперь я съел все море и оставил одну рыбу, чтобы она пошла и рассказала другим рыбам о том, какой я жестокий. Что тебе с ртом? Лицо порвала, пытаясь сбежать. Ну, давай съем тебя тогда. Пыталась сбежать. А что она пыталась сбежать, если я ее поймал? Плохо пыталась, надо стараться лучше. Ебать. Waterbug. Это, короче, жук водяной. Его зубы врываются прямо в мясо. Я чувствую себя пробужденным. Ну ладно, а по-моему ты не прав. Он написал, что этот жук врывается в мое мясо, но в данный момент в мясо ворвался только я, потому что я-то съел жука. Очевидно, человек снова торжествует над природой. А что это такое? Дождик? Какой-то странного цвета дождик? Возможно, это какой-то радиоактивный дождик. Вот почему с рыбами здесь все так странно. Я опять тебя съем. А почему я не меняюсь? Я же начал меняться, я думал, что это к чему-то идет. Но я как бы пока просто сижу такой, и мне нормально. Мне вообще хорошо. Ну а чё? А чё? Люди же любят, правильно? Люди любят рыбалку. Почему они любят рыбалку? Потому что ты сидишь на море, рыбачишь вот так вот. Тебе хорошо. Рыбачишь. Укачиваешься. А если, короче говоря, ты чувствуешь себя как-то вот нехорошо, да, в лодке, ну это плохо. А если ты чувствуешь себя хорошо, то все хорошо, то вот так вот укачиваешься. Волны вокруг тебя. Да давай съедим, чё червям пропадать, а? Чё червям пропадать? Черви еда, еда, белок, белок, углеводы есть, витамины есть. Ну а чё б не съесть тогда червя? Я как бы человек простой. Я человек простой, вижу червя, ем червя. Ну а почему бы... Опять же, ты что, дома ешь картошку, а? Ты дома ешь мясо, а? Неси чепухи. Нормальные мужики едят червей. Кстати говоря, у него глаз не было. Я что-то должен делать в этой игре? Мне уже интересно. Мне уже тупо интересно. Давай я посижу еще здесь минут, наверное, 5 и посмотрю. Гульфляундер. В его глазах я вижу будущее разочарование. Еба! Рыба разочаровака. Я смотрю в рыбу и вижу разочарование, прикинь? Насколько рыба грустная, чтобы ты видел разочарование в ее глазах свое будущее? Это вообще нормально, кстати говоря, что он видит в глазах рыбы? Оно пахнет как фид. Это нормально вообще, что в глазах рыбы ты видишь свое будущее? Мне кажется, если ты в глазах рыбы... А, возможно, когда вот это облачко долетит до конца, игра закончится. Не знаю, мир взорвется или что-нибудь такое, потому что это облачко злая. Из него... А, из нее лезут черви! А, я все это ел все это время! Ну, съем еще раз. Нормально. Ну а чё, черви? Если я ем червей отдельно, то почему бы не съесть червей в рыбе? А? Ответь-ка на это, Илон Маск. Давай-ка попробуй. Не отгадаешь. Вообще не сможешь мне ничего объяснить. Чё он такой радостный? Я ожидал, кстати, что у него улыбка будет вырастать с концом. В конце концов. Да иди отсюда. Я думал, что у него глаза, вот эта вот улыбка будет увеличиваться. И он будет страшнее и страшнее. По-моему, эта игра немножечко теряет возможность быть страшной. Просто я вот так вот сижу и рыбачу. А что я с вами должен делать? Я должен вас есть? Я должен вас не есть? Объясните, что? В чем суть вообще? В чем суть жизни? В чем суть этой игры? Не, мне это, конечно, нравится. Вот, опять. О, нормально. Вот, все, все, хорошо. Все, теперь ждем. Теперь будем отпускать рыб. Давай подпускаем рыб. А все, давай подпускаем рыб. Давай, давай, давай. С такими глазами подпускаем рыб. Может быть, это правильно? Иди отсюда. Да блин, почему глаза ушли? Я отпустил жука, почему ушли глаза? Глаза, останьтесь. Останьтесь, где вас нет. Ой.
кусок мяса. Он хочет быть частью меня. Куда? 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 Куда я? Куда я поплыл? Эй! Ну, прощайте, наверное. Мне нравится, как мужику вообще заебись. Он такой, нормально. Ну, давай съем рыбу. Рыба! Я иду к тебе! Давай еще рыбу! Давай, давай, давай! Еще кого-нибудь поймай в тому моменту! Поймай, поймай, поймай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Я тебе говорю, ешь рыбу! Давай еще съем! Как я вообще так рыбачу? Ну нормально, съел кубик. Опустился под воду. И все? В этом игра? Захватывающе. Понятно. Ну ладно, это все.